беру на себя эту миссию, возложенную по просьбе муфтия нашей республики, выразить глубокую благодарность и признательность от лица в первую очередь всех паломников, которые в этом году были отправлены благодаря материальной поддержке Керимова Сулеймана Абусаидовича. В этом году я видел счастливые лица этих паломников, которые и мечтать не могли о том, чтобы в жизни они смогут ли совершить этот столб ислама. Видя эти лица, конечно, трудно бывало сдерживать слезы. Во всех мечетях муфтий разослал нашей республике личную просьбу сделать за этого нашего брата искреннее дуа за него, за его семью, за его благополучие, за его успех, за его здоровье. А также, конечно, все вы знаете духовный центр, мечеть имени пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассаляма. Это наша жемчужина, наше сокровище. Доля участия в этом грандиозном, в этом благом деле есть у каждого из нас. И, конечно, проект очень большой. И видя это положение, заключительную свою, самую большую лепту внести в завершение строительства этого Дома Всевышнего Аллаха взял на себя наш брат, да воздаст Всевышний ему за это, Керимов Сулейман Абусаидович. Но мы сегодня решили выразить эту благодарность, эту признательность, следуя за сунне, велению нашего пророка, саллаллаху алейхи вассаляма. Альхамдулиллахи Раббиль Аламин, вассалату вассаляму аля сайидина.